Всім привіт! Це черговий випуск IT-персони. Сьогодні у нас в гостях Олексій Віченко, CEO венчурного фонду Digital Future. І в мене таке питання перше. А чи не забагато в нас в Україні венчурних фондів інвестиційних? Ну, на самом деле, венчурных фондов очень мало, как по мне. То есть, хотелось бы, конечно, чтобы было побольше, вот, чтобы стартапов не было проблем с фандингом, потому что ну, сейчас, на самом деле, вот 2016-2015 год, мы вот являемся там, одним из активных участников рынка, и, по сути, среди инвесторов еще там раз-два и обчелся. Вот. А если посмотреть на Европу, на Америку, на Израиль, то там, не то, что там, мы на десятилетия отстаем. А может, тобто є існує якась чітка позиція? Чим більше венчурних фондів, тим більше стартапів, тому що вони себе легше почувають? Конечно, конечно, конечно. Тим більше стартапів, тим більше підприємців, тим більше інновацій. Но, правда, може случиться і обратная сторона вопроса, як це случилось в Польщі, коли денег в венчурі стало слишком много, і стартаперы немножко так расслабились, і вже, в общем-то, думають не о том, щоб сделать прибыльным бизнесом, о том, как поднять деньги и просто поднять деньги, да, и какой очередной проект можно... А это до чего еще далеко? Да, нам далеко, но я надеюсь, что со временем на пассивные инвестиции все-таки подключится, к пассивным инвестициям все-таки подключится государство и начнет помогать нашим юным предпринимателям. Вот, и Украина станет более инновационной страной. Стартапы же в основном айтишни. Ну, в основном, да. Хотя есть и предприниматели из реального сектора. Вот. Просто... Не, мы, к сожалению, не помогаем, потому что у нас нет в этом опыта. И, то есть, мы только инвестируем в те отрасли, которые понимаем, где у нас есть экспертиза. Вот стосовно, щоб айтішні підприємці, щоб їх було більше, що зробити? Можливо, якось треба щось змінити в IT-едюкейшені? Все нормально у нас з IT-освітою, як ви вважаєте? С IT-образованием у нас все достаточно хорошо, с технической точки зрения. У нас огромное количество квалифицированных программистов, у нас сотни тысяч программистов. Вот, а у нас есть проблема с предпринимательством, с бездевом, с маркетингом, с продажами. В этом у нас действительно вот мы отстаем. То есть благодаря, кстати, как раз именно стартапам, то есть программисты, технические люди технического склада ума начинают осваивать азы предпринимательства, как развивать бизнес. Потому что айтишники это какие-то ботаники, да, причем они разумеются на простом. Да, как у нас думают айтишники? Вот я сейчас сделаю продукт, и клиенты сами его купят. А думать и делать надо немножко по-другому. Думать надо делать, как делают это в Америке. Они еще ничего не сделали, вот, но они уже нашли на этого клиента, лида. Вот. Потом, конечно, написали какой-то, извините, говнокод. А вот. Там загорелось так? Да, и, да, и... да. Потом пошли клиенты, они немножко пожаловались, те улучшили и пошли немножко дальше уже развивать свой продукт и думают уже и работают, исходя из продаж, а не исходя из того, что я хочу, исходя из своей какой-то хотелки. То есть я напишу код, напишу какой-то продукт и все, сразу же клиенты все мои. Ну и в нас вы выступаете самый в роли таких, кто направляет на правильный, так бы мовити, шлях, да? Ну. И еще отримують свои якісь дивиденды, так? Ну, я не знаю, правильные, неправильные. То есть мы на самом деле относительно недавно начали инвестировать. То есть мы инвестируем всего 2 года. Вот, мы инвестируем на достаточно такой чуть более поздних стадиях. То есть мы просим от наших проектов, чтобы у них уже были какие-то продажи, чтобы уже понятно было, как это масштабировать. Вот. Ну или, конечно, есть у нас такой проект, связанный в области искусственного интеллекта. Вот. Там продаж еще не было, но здесь есть уникальный подход, и это очень горячая тема сейчас в мире. Вот. И достаточно перспективный проект может получиться. Ще таке питання. Digital Future, він себе вважає лідером? Ви так сказали, що ви один з лідерів, так? Я би не сказав, що ми лідери. Ми активні просто інвестори. Просто, я ж говорю, останні 1.5 года достаточно мало инвесторов осталось в Украине, то есть кто-то инвестирует. Да, только... Колодюк сказал, у нас все добро, у нас так много инвестиций. Прогресс идет, вот, а венчурс, они молодцы, много чего делают для страны. Вот, последнее время, правда, не так много инвестируют, как, наверное, им и всем хотелось бы.
Вот. Но все равно они большие молодцы. Виктория Тигибко, например, ее TA Ventures, но она, смотрите, что она больше сфокусировалась на Западе. То есть она инвестирует в европейские, в американские стартапы. Диверсификация рызики. Ну, тоже, да, есть такой момент. Есть еще такой фонд СМРК Андрея Долженко. Вот они, то есть, в принципе, в последнее время тоже делали некоторое количество инвестиций. И плюс одесские мои хорошие друзья WannaBees, вот, они тоже из инкубатора стали венчурным фондом и тоже начали инвестировать. Мы, в принципе, вместе с ними инвестируем в синдикате, в некоторых сделках. Вот было у нас там пара сделок. Якщо говорити про співпрацю IT-індустрії і держави, які зараз існують проблеми? Чи достатньо держава допомагає, чи достатньо вона не заважає, якщо так можна сказати? Ну, к сожалению, пока что страна наша точно, наверное, не помогает. Вот. И на самом деле для айтишников им-то, может быть, и не надо помогать. Нам бы главное, чтобы не мешали. Вот. Нам главное, чтобы не мешали. Это первый вопрос. Также хотелось бы нам, как инвесторам, чтобы страна создавала условия, при которых европейские, иностранные, не знаю, мировые инвесторы хотели сюда вкладываться. Но сейчас Украина – это огромнейшие риски, и никто не хочет давать, выделять нам какие-то серьезные деньги. Хотів би запитати про податки. От кажуть, що ця спрощена система для айтішників – це унікальна ситуація для країни, і треба її так і залишити, щоб їх стало ще більше. Айтішників, я маю на увазі, підприємців і так далі. А тут нібито хочуть, я не знаю, чи з наступного року чи якийсь там податок ввести, да, податковий кодекс, чи ще щось. З одного боку, податок – це більше податків в країну, але ж поїдуть звідси. Ну, во-первых, сейчас налоги в Україні одні з самих низьких в мірі. Взагалі, чи саме... Ну, от я имею в виду вот эту спрощенную систему, но надо понимать, что благодаря этой системе у нас так сильно развилась аутсорсинговая отрасль. Потому что если бы ее не было, мы бы не смогли стать, вот, отрасль не стала бы такой большой. Вот, и действительно, если налоги изменят, и сейчас уже не очень-то нам получается конкурировать даже с теми поляками или болгарами, потому что зарплаты программистов сравнялись. Вот, единственное, за счет чего мы выигрываем, это налоги. Вот, но если налоги повысят, то ну, боюсь, что, во-первых, компании потеряют своих клиентов, во-вторых, программисты просто начнут отсюда массово уезжать, потому что за границей они смогут получать больше. Вот. А сейчас, ну, программисты хорошо зарабатывают, зарабатывают больше, чем в Польше, можно даже так сказать. Ну, при том, что да, просто тут дешевле жить, да, то есть уровень цен там значительно выше, вот, но уровень конкурентоспособности у нас снижается, потому что, ну, и зарплаты достаточно уже высокие, вот, и если еще и налоги повысить, то это, наверное, прибьет нашу отрасль. Звичайно буде, дійсно. Да. Повертаємось до Digital Futures та її діяльності компанії. Які останні успішні проекти? І чи взагалі успішні всі проекти? Ой, ну, еще, наверное, рано говорить, хотя, вы знаете, то есть за два года, всего там за два года деятельности у нас даже вот есть успешный кейс, мы сделали, у нас есть один экзит, вот, потому что, ну, для инвестора вложить деньги – это всего лишь только начало пути, а вот выйти, да, из проекта – это вот, собственно… И что, нормально вышел? Ну, вышли, да, то есть у нас есть, вот был проект Jeepy, то есть мы продали канадской компании Mobify, ну, в общем-то, все довольны. Вот, получилось достаточно быстро, за год вложились, через год вышли. Вот, после этого мы сделали достаточно немало… осуществили немало инвестиций, немало сделок и активно работаем, продолжаем работать, верим в украинские проекты. Якось все ж таки Digital Future відрізняється від інших венчурних фондів? Безусловно. Тем, что мы, вы знаете, мы такой особенный фонд, помимо фонда ведь у нас еще и целый ряд компаний, вот, и мы не только там, скажем так, как инвестбанкиры, финансисты, мы еще и предприниматели. Я в первую очередь все-таки больше предприниматель. И большинство наших проектов мы примеряем на себе. То есть мы пробуем их в наших бизнесах. Вот так было, например, с RiplyApp. В нашем аутсорсинговом бизнесе мы попробовали этот проект, смотрим, классно работает, ребята решают там ту проблему, которую надо решать, и это помогает нам в продажах. Вот, и понимая это, то есть, как бы, нам, ну, как бы легче инвестировать, мы понимаем, что другим компаниям это тоже их сервис будет помогать. Потом, будучи предпринимателями, мы знаем, как
как масштабироваться, как, что, как делать бизнес, маркетинг, как выстраивать отношения с партнерами. Это нам очень сильно упрощает жизнь. Ну и безусловно, мы делимся нашей экспертизой с нашими проектами, с нашими портфельными компаниями. Это, в общем-то, да, то есть наше отличие, то есть то, что мы говорим везде, вот у нас smart money, smart money. Да, вот что это? Smart money – это то, что мы, помимо денег, мы даем еще и экспертизу. То есть мы даем экспертизу в маркетинге, бизнесе, мы помогаем с техническими вопросами, с административными, то есть как оформить сделку, как заплатить налоги, как там, где разместиться и т.д. и т.п. Нещодавно була зустріч президента з представниками IT-сфери, саме венчурної такої направленості. Вас там не було? Не було. Чому? Не знаю. Взагалі існує якийсь, я не знаю, такий комітет? Це треба Андрія Колодюка спросити. Ну, на самом деле, ми состоїмо и в UVCA мы состоим, вот, и в UAngel в Борде. Наверное, это больше вопрос к Андрею Колодюку, он там собирал... Я розумію, що потрапити до президента там 30 чоловік не може таки собі дозволити, але все ж таки зустріч була. Вам вона сподобалася? Що там було зроблено, чи правильно, чи неправильно? Ви знаєте, мені складно коментувати, тому що мене там не було, я не знаю, до чого вони там договорились. Вот. Но сам тот факт, що президент заінтересувався IT-сфера и хочет как-то помочь с инвестициями, с развитием нашего рынка, это уже хороший сигнал. Президент зацікавився, це як в Білорусі. Президент зацікавився, і там 26% валютних надходжень – це від IT. Да. Все нормально, IT-шний кластер, все працює, картопля і IT. Чомусь так? А в нас 3% тільки, і СБУ не наїжджає, і так далі, і тому подібне. Что треба зробити? Ну, мне кажется, на самом деле реально больше, потому что просто они просто сотни тысяч, смотрите, у нас сотни тысяч программистов, там средняя зарплата у программиста, ну не знаю, там, наверное, там, ну, $2000, да? Эти валютные, скажем, надходжения, они же идут из-за границы. Вот. Просто, может быть, это не все отображается в статистике. Ну, не все так добре, все ж таки, я б сказав. Да. Добре, нормально, йдемо до чогось, але щоб не заважали, правильно? Ну, да. Останнє питання, мені дійсно цікаво, от ваші думки стосовно того, от всі знають країну Естонія. Угу. Це повністю електронна країна, повністю. Угу. Навіть важко сказати, що вони там не роблять, взагалі, сидячи просто в інтернеті. Коли ми такими можемо бути? Я спілкувався з Гуцаловою з Прозоро, вона сказала, ну це дуже важко, у нас настільки така стара система, там навіть в деяких, що є, знаєш, що ви... Ну, Естонія, дійсно, вона достатньо успішна країна. Вот. Наверное, суть їхнього успіху заключається в тому, що Естонія дуже маленька країна, і вони змогли швидко поміняти систему, ту, которую в Украине достаточно будет сложно поменять, потому что мы... Зробили в Одеській області. Например. Вот, достаточно большая, и у нас серьезный уровень коррупции, бюрократии. И чтобы это все поменять, я не знаю, то есть надо всех уволить, новых нанять, и то еще не факт, что получится, потому что все равно-то мозги нужны, кто-то же должен думать и продумывать, как бы, как сделать это наиболее оптимально. Вот, но... И вообще сейчас Эстония запустила такую серьезную пиар-компанию, вот, хантят наши мозги. Mm-hmm. Мы даже так по инициативе Жени Сысоевой и моей создали такой, ну, небольшой, скажем так, пиар-ход в отношении пиар, в отношении на пиар... противагу? Да, на противагу, да. Сделали тоже там страничку в Фейсбуке, комьюнити. Вот, и рассказываем про то, как хорошо жить в Украине. Хорошо работать. Але дешевше, да? Ну, да. Ну, добре, в мене, в принципі, все. Якщо вам немає чого сказати, мені теж немає більше чого запитати. Все зрозуміло, про все можу прочитати. Да, спасибо, що пригласили. Зустрінемось, до побачення.